На этот раз в программе «Духовная жизнь» священник Максим Курленко отвечает на вопросы о семье и семейном воспитании. Как создать настоящую православную семью? Как ее сохранить? Должна быть любовь между супругами и должен быть Господь Бог, которого супруги впускают в свою жизнь. Смотрите «Духовную жизнь» на национальном телевидении Чувашии в воскресенье 18 мая в 19:00.